В Одессе начался сбор гуманитарной помощи для пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов в Калиновке. Сбор проводят активисты движения «Национальный корпус» в штабе организации на Канатной 79. В приоритете – вещи первой необходимости. Сейчас необходима одежда теплая, детская одежда теплая, медикаменты от ожогов, также памперсы, детское питание и просто еда. В ближайшее время в городе будет действовать две основные точки сбора помощи – офис организации на Канатной 79 и палатка у входа на стадион «Спартак». Первый гуманитарный груз отправится в Винницкую область уже на этой неделе.